приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня у нас снова воскресный конкурс. Воскресный конкурс решил провести потому, что увидел вот такой вот прекрасный пауэрбанк. Пауэрбанк на 5600 мАч, и на него отличные отзывы. Отзывы практически все хорошие, и то, что заряд он держит хорошо, емкость, правда, чуть поменьше, чем указано, но это мы, опять же, все проверим при распаковочке. Ну так вот, победитель сможет заказать себе, выбрать точнее себе, любой из цветов пауэрбанка. Если же ему не понравится, то будет возмещена сумма в размере стоимости пауэрбанка. Но все-таки надеюсь, что победитель выберет пауэрбанк, и мы сможем снять еще заодно и распаковочку этого пауэрбанка. Что же нужно для участия в конкурсе? Как всегда, все просто. Нужно заполнить Google форму. Вот такую простую Google форму заполнить. Естественно, быть подписанным на мой канал, канал «Китай стал ближе», сделать комментарий под видео, положительный комментарий, любой комментарий, написать все, что вы думаете под видео, поставить лайк и вступить в группу ВКонтакте. Участвуйте все, всем удачи! Итоги конкурса будут подводиться через неделю, в следующее воскресенье, и в следующее воскресенье мы узнаем имя победителя. И узнав имя победителя, мы с ним свяжемся и уже выясним, какого цвета он хочет пауэрбанк. И, естественно, закажем его. Все, всем пока, подписывайтесь на канал. Ждем результатов конкурса. С вами был Владимир, до новых встреч!